Евгения, привет, Света, Надежда, доброго бытия. Привет, привет. Сейчас подождем пару минут, пока все подключится. Я буду рассказывать про первую тему энергии 2024, а Евгений проведет уже все практики, которые у нас по расписанию. Если вам будет чем поделиться во время практик, пожалуйста, пишите в комментариях. Комментарии будут высвечиваться. Потом уже в конце, мы пообщаемся в конце эфира. Для тех, кто желает, можно будет пообщаться в самом конце. И сейчас мы будем разговаривать про энергии 2024, которые, в принципе, уже чувствуются. Сейчас, этот год, мы настраиваемся завершить состояние благодарности, состояние принятия всех изменений, которые происходили. 23-й год был непростой, он был год трансформационный для большинства жителей планеты. И вот эти энергии сейчас, они достигли некоторого эпогея, поэтому многих начало переть. Плюс разные события у нас происходят, которые мы все примерно в курсе, даже кто не смотрит новости. Так вот, 24-й год у нас планируется годом возможностей, годом раскрытия как по самосовершенствованию, так и по самопроявлению, так и по финансам, по, возможно, раскрытию, наконец, каких-то вопросов, которые человек долго не мог начать, долго откладывать. Может быть, кто-то займется своим телом, это будет в этом году более успешно получаться. В общем и целом, на 24-й год какие рекомендации? Нужно стараться проводимость своего тела настроить на ту волну мечты, намерения, которые вы действительно хотите. Когда мы осознанно сейчас внутри себя прочувствуете, будут позже практики от Евгения, но сейчас вы уже, я рекомендую вам прочувствовать энергию мечты внутри вас, энергию вашего намерения на 24-й год, на ближайшие, может быть, 5-10 лет. То, чего вы хотите достичь, прочувствуйте прямо сейчас каждой клеточкой вашего тела. И вот это будет ориентир в 2024 году, кому удастся постоянно чувствовать свои намерения, свои же мечты в своем теле, тот будет, безусловно, достигать успеха. И этот успех, он может даваться гораздо легче, чем в предыдущие года, потому что сила реализации, материализации, она ускорилась. Так вот, сейчас, пока все присоединяются, я пока ввожу в курс дела, что нам ждать в 2024 году, и Евгений уже буквально спешит к вам на всех парах, как Дед Мороз, чтобы передать те практики, прекрасные знания, которыми вы сможете пользоваться в дальнейшем. Так вот, 2024 год – год возможностей у нас планируется, на чем мы дальше остановились, на том, что нужно чувствовать энергию мечты в своем теле. То есть мы не просто мечтатели, мы не просто люди, которые летают в грезах. Мы становимся той самой мечтой, мы становимся тем самым намерением. И вот эта энергия мечты, она начинает украшать нашу жизнь. Тем самым почувствуйте сейчас, когда вы верите, что у вас все получится, когда у вас есть какие-то цели, когда вы не сравниваете себя с окружающими, когда вы не распыляете свою энергию, вы центрируетесь. Ваша энергия в 2024 году в идеале должна быть в вашем теле. То есть вы чувствуете свое тело, вы кайфуете от своего тела. Я рекомендую прямо сейчас это почувствовать. Вот уже сейчас, и сейчас с Женей будете все прорабатывать подробнее. Почувствуйте, что ваше тело, оно прекрасно, оно уже совершенно, оно уже идеально. Почувствуйте, поблагодарите все, весь ваш прошлый опыт. Глядите, у кого был тяжелый опыт в этом году, в прошлых годах. Почувствуйте, что это просто опыт. Он не ваш, он нейтрально окрашенный. Часто мы, люди, начинаем париться из-за какого-то своего опыта, но на самом деле это опыт души. И почувствуйте, что весь этот опыт, который с вами был, позитивный, негативный, это ваше топливо для того, чтобы стрельнуть дальше вверх к своим мечтам в 2024 году, к лучшей версии себя. Чуть-чуть подышите, настройтесь. Буквально пару минут, и Евгений к вам придет. Закрыть уходящий год энергетически и открыть потоки
творчества, изобилия, процветания в новом 24-м году. Постарайтесь полностью сейчас очистить ум, очистить свой ментальный сосуд, насколько это возможно. Постарайтесь почувствовать энергию воодушевления и счастья. Почувствуйте, что у вас все получится. Весь опыт негативный преобразуйте просто в опыт, стирайте его в своем теле, преобразуйте его, вернее, в энергетический потенциал. Это очень тоже важный навык в 24-м году – абстрагироваться чуть-чуть от каких-то своих эмоций и просто преобразовать опыт, признать его. Если у вас есть какие-то инсайты, идут во время этого эфира, пойдут дальше, пишите, пожалуйста, в чате. У вас кнопочка должна быть «Написать», что вы чувствуете. Нам будет интересно потом почитать. Если вы захотите высказаться, рассказать о ваших ощущениях, о каких-то своих планах, то это в самом конце эфира. И Дед Мороз буквально бежит к нам. Бежит, бежит, бежит. Чудо происходит. Евгений приходит. Всем доброго бытия. Благодарю мою любимую супругу. Разогрелись, да? Я маленько поближе сделаю телефон, потому что у нас с вами сегодня будет прямой коннект, прямое взаимодействие. Состоять все будет у нас из трех, а может быть даже четырех частей. Второй телефон у меня для комментариев, потому что очень важно. Если каждый из вас будет писать ощущения, чувства, я вот сегодня одет год уходящий, год приходящий. Решил сегодня выступить так, без обычных шапочек Деда Мороза, с драконом. Поэтому я рад всех видеть. Кто хочет, может выходить спокойно на видео. Кто не хочет, спокойно взаимодействуем. Я сейчас сделаю экран так, чтобы видеть всех. И начнем мы разогреваться с нашего любимого тела. Просьба всех потереть ручки. Сегодня будет волшебство вашей энергии. Мы сегодня на квантовом уровне разбудим каждую клеточку нашего тела. Подготовим в Новый год. Те, кто уже в клубе владеет, что такое понятие наблюдателя. Кто уже четко понимает, как работают мысли. Для вас сегодняшнее занятие будет подарочным, добавочным. Чтобы вы обратили внимание на тело и соединили свое, да, как бы внешнее и внутреннее. Для тех, кто у нас первый раз знакомится только с квантовой физикой, знакомится с волновыми взаимодействиями, обязательно мы зарядим наши предметы, вы зарядите их своей энергией, я буду лишь только проводник, получат шикарный инструмент познакомиться с собой и, соответственно, окунуться в изучение себя. Поэтому полетели. Меньше разговора, больше дела. Поговорим в конце, кто захочет высказать. Ручки потерли. И наша задача разбудить наше тело. То есть мы готовим наше тело, взаимодействуя, циркулируя каждым атомом, каждой клеточкой энергии для нашего нового года. Разбудим наши сосуды головного мозга. Сразу говорю, дело не в упражнениях, дело... Куда мы направляем наше внимание? Там, где внимание, там зажигается энергия. Сейчас лично каждый из вас прочувствует и проверит на себе. Пробудим наш головной мозг. Сосуды головного мозга. Активируем наш головной мозг, чтобы наши мысли стали светлее, ярче. Поэтому что будем делать? А делать будем простое упражнение. Берем одну руку, готовим наше тело. Практик сегодня много. Будем делать. И потихонечку хлопаем одну сторону. Внимание именно на правую сторону нашего головного мозга. И про себя каждый проговаривает. Запись тоже будет, она останется для всех. Активирую, проговариваем сосуды головного мозга. Подготавливаем наше тело к проводимости энергии. И понаблюдали, что происходит в этой области и что происходит, которую область мы не трогали. Если у кого ощущение поделиться, когда мы делимся, мы, соответственно, активируем себя еще больше. И прочувствовали, что в этой области у нас и что в этой, которую мы еще с вами не трогали. Я потихонечку открываю второй телефон, чтобы... Мария в дороге, запись посмотришь, запись будет заряжена.
И переходим ко второй области. Активируем ее также. Запускаем наши сосудики головного мозга. Мы пройдем все наше тело. Активируем свою собственную энергию. И также понаблюдали, как работает наш головной мозг, как циркулирует энергия. И продолжаем дальше. Поработаем с областью шеи. Активируем нашу шею, сделаем ее пластичной. Можете помять. Адрес обязательно. Внимание, себя в себе. Даем такой адрес. Все внимание в тело. И потихонечку изучаем себя. Можем прохлопать шейный отдел, чтобы энергия прошла. И неспешно понаблюдаем, как ощущения в нашей шее, когда мы своими волшебными ручками запустили процесс. И потихонечку перейдем в наши области крыльев. Разомнем наши области крыльев, чтобы та практика, которая будет дальше, каждый принял энергию в каждую клеточку. Можете двумя руками, чтобы наши крылышки в центр позвоночника. Раз, два. Внимание, все в область крыльев. Активируем нашу область крыльев. И также понаблюдали, какие процессы происходят. Соответственно, нам надо активировать нашу шишковидную железу. Я думаю, каждый знает, где она находится, за что она отвечает. Это наше предвидение, это наше чувствование. Потому что мы не образники, мы чувственники. Активируем шишковидную железу. Руки положили в эту область. И как бы голову отталкиваем назад, а голова сопротивляется. Пусть сопротивляется. Голова вперед, а вы как бы раз нажатие, два нажатия, три нажатия. Посидели, почувствовали, как через напряжение проходит энергия. Руки наши опустили и прочувствовали, как сейчас себя ощущает область шишковидной железы. Начинаем переходить в позвоночник, потом перейдем в грудной отдел. Руки скрестили, зафиксировали на пояснице. Ежедневно практика для активации нашего тела в работу с адресом, что вы хотите для вашего тела. И потихонечку поясницу придерживаем раз назад. Внимание на позвоночник. Запускаем регенерацию позвоночника, клеточек. Два. И третий раз достаточно. И посмотрели неспешно, как энергия проходит через ваш позвоночник. Позвоночник активировали, переходим к грудному отделу. Грудной отдел нам надо активировать, потому что вся энергия находится у нас здесь. Кто-то называет душой, кто-то называет каждый по-разному. Мы должны понимать, что это наше тело, наш аватар, который мы сами создали, и мы должны научиться им управлять. Это наш помощник в нашем новом 2024 году. Активируем вилочковую железу. Потихонечку похлопали. Здесь тоже много не надо. Активацию сейчас каждый из вас почувствует. Запускаем грудной отдел. И потихонечку наблюдаем, что происходит в грудном отделе. И, соответственно, про ножки наши любимые мы тоже не забываем. И потом начнем поглубляться в практику. И потихонечку ножку одну берем, прохлапываем. Внимание на ногу. Активируем наши ноги. И понаблюдаем. Правая нога, левая нога. Что происходит в правой, что происходит в левой. Для себя. Что вы чувствуете? Понаблюдали, переходим на левую. Прохлопали. И потихонечку понаблюдаем с адресом. Я внутри себя. И внимание все в тело. Теперь просто.
Кто-то может закрыть глаза, кто-то не может. Чтобы нам зарядить наши предметы, мы должны пропитать каждую клеточку своей собственной энергией. Заряжание техники предметов будет в общем доступе. Пожалуйста, можете заряжать и воду, и все, что хотите. Сейчас каждый из вас прочувствует, думаю, каждый приготовил то, что хочет зарядить. Поиграем, Валя Кашпировский, волновые обмены. Пока делаем практику. Ручки потерли, глаза закрыли. Никаких полетов внимания вовнутрь себя. Здесь и теперь. И возьмем такой адрес. Кто у нас уже в клубе? Мы сначала, была у нас тема «Мечта, стань мечтой». Потом был мини-марафон у нас «Благодарность». Сегодня мы не просто об этом поговорим, мы это закрепим внутри нас. Как бы сделаем такие маленькие квантовые полосочки для того, чтобы мы излучали это. И, соответственно, если делать это ежедневно, наполняться этим, то, соответственно, наши клеточки уже будут вырабатывать снутри. Потому что намерение, цели, это все прекрасно. Но мы сейчас уйдем от мечтательности к мечте. Закрыли глаза. Внимание, правое полушарие, левое полушарие. И переносится, чтобы наша энергия проходила чистенько. Внимание в тело. И дадим себе такой первый адрес. Моя мечта внутри меня. Кто как ощущает свою мечту? Сразу скажу, мы земные люди. Мы живем на планете Земля. Мы даже не люди, мы человеки. Человечность. Каждый из нас кушает, одевается, зарабатывает. Слово такое, конечно, каждому свое. Творит. Давайте так. Каждый и присутствует здесь, кто-то уже работает с людьми, кто-то применяет квантовые технологии, кто-то уже делает тоже свои клубы. Я за всех рад. Все творите, несите знания, проживайте. Кто работает с телесными вопросами, применяйте это. Кто-то уже применяет, я это четко знаю, и идут уже результаты. Моя мечта внутри меня. Создадим волновой тор, усилим друг друга. Прочувствуйте круг. И неспешно изучайте, пропустите в каждую клеточку, чтобы мечтательность перешла в мечту. А мечта в каждой клеточке вашего тела дает движение. Сама мечтательность – это здорово, но она там. Нам надо четко понимать, что мы здесь, и все в нас. Я есть мечта. Прочувствуйте. Воплощенная мечта, как генератор мечты, как катушка Тесла. Кто о чем мечтает? Если ваша мечта не связана с материальными, финансовыми вопросами, прям тут же закладывайте в клеточку, кто о чем мечтает. Потому что мечтота, которая витает в пространстве, это не есть мечта. Новый год – это Новый год тела. Познавание себя, раскрытие себя, ощущение. Заполните каждую клеточку своей мечтой. Если у кого где-то какие-то блоки пошли или где-то некомфортно, начинаем делать вдох, знакомиться с воздухом, с пространством, потому что мы единое целое. Пропуская воздух через носоглотку, переносицу, гортань, как она, как воздух ударяется, мы его ощущаем, проводя вовнутрь. Внутри клеток
в коже, под кожей и над кожей. Ощутите при выдохе над кожей. И еще раз сделаем вдох. Ощутили. Адрес. Я есть мечта. Заполните каждую вашу клеточку. Выдох. Выдох. И следующий адрес. Исцелим себя, потому что энергия благодарения – это целительная энергия. Так же, как энергия мечты. Заполните свою каждую клеточку благодарностью себя, людей, которые окружали вас в этом году, события, которые происходили, неважно какие, родителей, близких, братьев, сестер. Пошлем всем благодарность. И прочувствуйте, как каждая клеточка начинает дышать. Ведь непосредственно от энергии мечты, прочувствования и благодарности связаны наши финансы. А теперь давайте спросим свое тело, в какой части тела отзывается ваше прошлое. Правая, левая сторона, почки, сердце, любая. В какой части тела отзывается ваше прошлое? Ведь когда нам говорят прошлое, его нет. Ну как нет? Если есть гипнозы, когда людей вытаскивают информацию, да, наших прошлых, когда говорят нам, будущего нету еще, прошлое его никуда не вернешь. И тот, кто уже работал с будущим, с прошлым, с образа наблюдателя и уже понимает, а теперь подключаем наше тело, у вас сейчас работает еще круче. Где наше прошлое? Управление времени. Сыграем в машину времени. Внимание в ту область, разливаясь энергией мечты, а вы и есть мечта, энергии благодарения всех и за все. Если есть какие-то зажимы, а у нас многослойно капсульные зажимы, это как целая библиотека. Все хроники Акаши, да, мы летаем туда, но мы не обращаем внимания, что у нас миллионные зажимы связаны не только с нашими родителями, с бабушками, прабабушками, да еще и тысячи лет туда. Поэтому этот год не копание, этот год изучения, благодарения, исполнения желаний и мечты. Теперь поблагодарим наше прошлое, потому что прошлое никуда не уходит. Мы должны сейчас взять ресурс с нашего прошлого, у кого в какой области отреагировало прошлое. Поблагодарить наше прошлое, неважно, что произошло. Потому что будущее многовероятно. Будущего тысячи, миллионы веток развития. Но чтобы выбрать то будущее направление, которое вы хотите, мы должны чувствовать. Быть в состоянии покоя, наблюдения, творчества. И быть настолько наполнены этой мечтой внутри, чтобы тело излучало это. Не мозг, потому что мозг может рисовать любую мечту. Это грош цена этой мечте. Тело должно дышать этой мечтой. И тогда вам будут притягиваться разные люди, разные события. Все будет к вам приходить. Поблагодарили наше прошлое. А теперь такой адрес. Где у вас отзывается ваше будущее? В какой части тела? Будущее. Не убираем момент здесь и теперь, находясь в себе и чувствуя себя. Никуда не улетаем. Работаем только с энергией вашего тела. Будущее. В какой части области ваше будущее?
кто прочувствовал будущее, начинаем заполнять его энергией мечты. Вы и есть мечта. Не забываем благодарить. И выстраивайте на чувствах свое будущее. Такое, которое вы хотите. Прочувствуйте каждой клеточкой, как вы ощущаете эту мечту, как она проходит в ваше тело. Любые зажимы, любые блоки, которые всплывают, никаких переживаний. Каждый зажим – это как диагностика дает вам понять, где забита та или иная энергия, которая не дает вашей мечте быть. Пока сейчас работаем, пробейте эту капсулу. Кто где нашел, в какой части тела. Как лазером направили мысль, потому что наша мысль – это исцеляющая энергия, не забывая, подключая энергию мечты и энергию благодарения. Благодарим за то, что мы есть. Благодарим за то, что вообще мы живем, творим, просыпаемся каждое утро, смотрим на солнце. У каждого есть свое творчество, которое творит. За это даже благодарим. Благодарим наших родителей. Есть за что поблагодарить. И не забудьте сегодня позвонить вашим родителям. Я всегда, кто в клубе, постоянно это говорю. Позвоните, скажите, что вы их любите. Искренне. Не надо больше ничего. Ля-ля-та-поля. Просто мам, пап, люблю, обнимаю. У кого ушли родители, пошлем океан душевного тепла. Ведь они ждут от нас этого слова. А мы, соответственно, этим самым совершаем человеческий поступок. Не людской, человеческий. Просто сказать слово «Я люблю тебя, мам». Все, здоровья, счастья, с наступающим. Без всяких лишних разговоров. Вы почувствуете эту энергию. Поблагодарите ваших родителей. И не обязательно это делать только сегодня. Делайте это постоянно. Прям неспешно изучаем, прочувствуем себя, как энергия мечты наполняет нас, каждая клеточка. Готовимся к заряжанию наших предметов. Теперь сделаем такой ускоренный тест. Деньги внутри меня. Все богатые люди, все мы к деньгам относимся хорошо, но есть капсульные застарелые программы, я думаю, у многих. Деньги – это плохо, деньги – это зло, кто-то уже это проработал, кто только подключился. Тестируем себя. Деньги. Как вы чувствуете деньги? С уровня энергии мечты и с уровня энергии благодарности. Это целительная энергия. Прям запоминайте. Это самая целительная энергия, которая существует в нашем квантовом мире. Деньги прочувствуйте. Где затык? Где в теле начинаются какие-то процессы, где мы не принимаем деньги? Направили туда энергию. И расслабляем наше тело. Пропускаем способность денег. А теперь следующий адрес. Энергия денег. Это другое ощущение. Энергия денег. Все есть энергия. Эйнштейн об этом говорил. И все. И Тесла. Энергия. Мы состоим из энергии. Мы забыли это. А теперь активируемся. Энергия денег. Как вы ощущаете эту энергию? Подключая энергию мечты, энергию благодарения. Мы еще при заряжании сейчас предметов на планету поработаем. Каждый сделает человеческий поступок и прочувствует планету. Людей направим в энергию тоже. Но пока финансы, энергия, денег. Как вы ее ощущаете? У кого какие инсайды, ощущения? Потом пишите, не вопрос. Кто хочет проговорить, в конце проговорим. Процесс быстрее пойдет.
и неспешно про себя, скажем, сборка, и медленно чувствуем, как плотность энергии проходит внутрь вас. Сделаем еще раз вдох. Внимание, здесь, здесь. Правая сторона, левая переносится. Вдох, прочувствуем воздух. Соединимся, мы едины с этой планетой. Пропустим через переносицу, ощутим в гортани, как она проходит через гортань. Вовнутрь. И пока сборочка идет, даем адрес себе. И девочки, и мальчики. Внимание на лицо. Запускаю каждый себе код молодости в каждую свою клеточку. Внимание на лицо. Дышим, пропуская воздух внутри себя. В коже, под кожей, над кожей ощущаем его и наблюдаем, что происходит на лице. Запускаю код молодости. Одна из маленьких практик, связанная с омоложением. И чувствуем. Никуда не улетаем. Ни в наблюдателя, кто уже это знает. Не ищем мы вопросы там, внутри. Новый год и новое тысячелетие – это соединение с собой, с телом. Для чего мы это делаем? Что тот, кто владеет уже тонкоплановыми вопросами, работает уже с людьми. У вас сейчас запустится проводимость ежесекундного обновления. Она будет автоматически через тело проходить. Ваша задача поддерживать это, наблюдать это. Мы лишь только соприкасаемся с работой с телом. Не прочувствовали, что происходит на лице. Опять сборка. Наблюдаем. Неспешно, не торопимся. Работа с телом – это процесс изучения. Изучите себя, каждую клеточку. Как она ощущает ту или иную энергию? Где у кого затык? Не забываем мечта. Я и есть мечта. В каждой клеточкой пропустите. Прям пусть тело излучает это. И благодарение. Еще раз, последний раз. Сборка. Отлично. Переходим к заряжанию предметов. У кого что есть? Могут быть фрукты, вы можете их скушать. Может быть то, что влезет в обе руки. Здесь не обязательно один предмет. Поиграем. А-ля Кашпировский, да? Все же есть волны, все есть энергия. Сейчас каждый из вас прочувствует, какой предмет он возьмет и какой он будет сильный в его руках. Будем заряжать. Наше тело готово. Мы уже знаем, что мы хотим. У кого есть желание на видео подключиться, показать предмет, потому что на данный момент мы сейчас будем совместно заряжать ваши предметы. Я буду как проводник, дам волновое взаимодействие, а вы, соответственно, своей энергией зарядите свои шикарные предметы. У кого есть желание показать, что он хочет зарядить, чтобы у меня сложилось. Хотя это тоже не обязательно. Ну, я думаю, все готовы. Взяли в руки. Нет, все равно все заряжено. Все, в обе руки. Сжали руки. Сначала еще раз прочувствуем себя в себе. Мы вернемся вот к этому предмету. Прочувствовали мечту и потихонечку чувствуем энергию денег. Мы уже не берем деньги, энергию денег прочувствовали,
Разольемся благодарностью себя, любимого, на родителей, на близких. Отдадим благодарность планете Земля. А теперь подключаем внимание то, что у вас в руках. Также подключаем внимание правое полушарие, левое полушарие, переносится. И внимание в руки. Ваш предмет или фрукт, или у вас там несколько предметов. Разольемся в каждого человека на планете Земля. Отдадим тепла. В 2024 году надо всего лишь от 150 до 500 000 пробужденных людей, недуховных, пробужденных, и все будет меняться. Каждый из вас понесет эту частичку. Каждый апгрейдит все практики, техники и уже работает с людьми. Пожалуйста, все в открытом доступе. Делайте, занимайтесь, творите. А теперь прочувствуем наш круг. Никто не вмешивается в чужую энергию. Я лишь волновую толчок даю, а вы запускаете через ваше тело зарядку любого предмета. Теперь прочувствуйте, как меняется свойство предмета вашего, который вы держите. Что там с ним происходит? Разольемся океаном энергии в себя. Заполним себя еще мощнее, еще больше. Поблагодарим уходящий год. Прочувствуем уходящий год. Не забывая энергии финансов, то, что хочет, как зарядить свой талисман на свой год, который будет помогать ему. А может быть, вы просто его съедите, и он наполнит вашу каждую клеточку. И это будет вас. Каждый выбирает сам. А может, кто-то еще видео пересмотрит и еще что-нибудь зарядит дома самостоятельно. Поблагодарим уходящий год. Возьмем адрес год 2024 внутри меня. Прочувствуйте его. Какой вы хотите год? Сформируйте его с вашей энергией мечты, с благодарением. Пусть этот год заполнит каждую вашу клеточку. Что вы хотите в этом году? Год выполнимых надежд. Это я не просто говорю, это великий год. Не существует никаких невысокосных, косных. В каждый год что-то происходит. Ваш год – это год выполнения вашей мечты. Год надежд выполнимых. Самый лучший ваш год, потому что прошлый год у вас был лучший. А следующий год будет еще лучше. Наполните вас через внутрь и ваш предмет, тот, который вы держите. Чувствуйте, как меняется структура предмета. Ощутите, наполняется ли он, заряжается ли он. Планету Земля поблагодарим. Мы земляне. Мы пришли сюда для исполнения нашей материальной мечты. Отсюда и есть духовность и финансы. Кто-то уходит в духовность, теряет материальное, кто-то в материальное теряет духовность и здоровье, да, страдает. Наша задача – равновесие. Мы четко понимаем, как работают наши клетки. И многие здесь это понимают уже и используют. Мы четко понимаем, закладываем все, что хотите. В осознанности находимся, что сочетание внутреннего состояния, сочетание наблюдения, понимание приносит нам все те блага, которые мы хотим. Не забываем, энергия мечты, она не просто в мечтательность, переработаем в мечту. Энергия благодарности – это целительная энергия в новом тысячелетии. И напрямую к этому относятся финансы. Когда мы четко идем по ступеньке, мы уже не паримся. Мы реально живем, мы реально радуемся жизни, благодарим. Строим свою ветку реальности.
Давайте каждого человека планеты Земля пошлем ему лучик нашего круга. Ведь каждый человек тоже мечтает, хочет исполнения желаний. Пошлем, от нас не убудет. Сделаем человеческий поступок. Каждому любви, мира, счастья в новом году. Пусть только любовь процветает в этом мире. Осознанная любовь. Кто в клубе знает, что такое эта любовь. Внимание, предмет, который вы заряжаете, в тело ваше. Обязательно правая, левая подкорочка и переносица. И каждый прям, что вы хотите, наполните ваш предмет. Прям каждому придет ответ, на 100% он заряжен. А может, на 200, на 300, на 1000. Прочувствуйте. Делаем сборочку. Благодарим себя, любимых. Тот, кто зарядил ваш предмет, ваш талисман. После окончания сейчас, кто хочет высказаться, это будет круто. Поздравим друг друга. Кто хочет на видео, буду очень рад. После этого обязательно поиграем игру. Будут выложены заряженные картинки. Их будет 24. До того, как я вышлю картинки, вы поставите в чате от 1 до 24, кому какое число идет после того, что мы проделали. Прочувствуйте, какое число вам идет. И каждый получит свой талисман, свою картинку, которую представит. А что же на ней нарисовано, да? Как она ему идет? Что его ждет в новом году? И я даже уверен, что кто выберет свое число, каждая картинка совпадет. Поэтому, кто хочет пообщаться, не стесняемся, ни мальчики, ни девочки. Если у кого-то сейчас внутренняя тишина, это не значит, что энергии не работают. Это значит, что ваше тело пошло в процесс обновления. Ксюшенька, ты хочешь что-то сказать? Женечка, я не сначала присоединюсь, приветствую всех, тебя благодарю за практику. Если будет запись, я еще в записи будет. Поделаю. Будет. Вот. Просто сейчас пока делали, позвонили нам из магазина, что нам не привезут продукты к Новому году. Вот. Я тут немножко выпала из процесса. Всех. Слушай, не всех приветствую. Все, океан душевного тепла. Смотрите, вчера уже почувствовали, будут собирать энергию. Сегодня 31-е. Находитесь в состоянии, неважно, что происходит. Будет очень хитрый сбор, он уже начался и вчера. Не поддаемся. Давайте этот год закончим вот так, а в следующий год будет другим. Вы сами эту энергию почувствуете, она будет другая. Все будет меняться. Поэтому, Ксюша, ничего страшного, в магазин сходите, и продукты будут, и все. Все Новый год отметим. Артем, братское сердце, мужская энергия, есть тебе что сказать. Я тебя тоже поздравляю, Ксюшенька, и тебя, и всех с наступающим. В этот Новый год просто энергия своей мечты. Неважно, какой праздник, неважно, не окунаемся в ту историю непонятную. У нас в клубе тенденция уже поменялась, кто есть видит, да. Мы не будем больше вообще лезть туда, куда нам не надо отвлекать внимание. Работа с телом, работа с духом, с подсознанием, телесные практики, изучение своего тела. Концепция клуба меняется. Как раз подстраиваемся в новое тысячелетие. Будут новые техники, новые практики. Тот тут уже наблюдателя своего раскрыл вам. Огромный Дед Морозовский подарок. Используйте то, что дал сегодня. Тёмыч, ты будешь что-то? Хочешь что-то сказать?
Женя, всех с наступающим. Тебя лично с наступающим Новым годом. Благодарю за все. Сижу, улыбаюсь, наполняюсь благостью. Все хорошо. Артем, рад слышать вообще. Лена, Елена. Пойду вот как у меня по списку. Прям вот, ну скажи, что ты хочешь, вот просто. Дай свой волшебный тоже голос, и энергии еще больше прибудет. И пойдем все, как говорится, готовиться, кто к Новому году, кто просто прогуляться, кто насладиться. Я включусь еще немножко, Жень. Я, наверное, первый раз онлайн попал. Обычно все в записи, тут первый раз как-то вот в этот день такой знаковый, первый раз в онлайне смотрю. Всегда в записи получается. Ну, Тём, ну онлайн смотри, да? О! Мы тут вместе как дунули. Всем пожелали любви. Вообще красавчик, что пришел. Я знаю, что ты в записи смотришь, что ты вообще творец реальности своей конкретной. Поэтому только вперед. Всем только вперед. Не обращайте внимания ни на что, Лен. Всех приветствую. Очень рада знакомству вообще с тобой, Жень, с Олечкой, твоей женой. Прям такой год классный прошел вместе с вами. Очень благодарна. Вот. Всем желаю мира, любви, благополучия, процветания, достижений своих целей. Вот. Прям рада, что я этот год провела с вами. Ну, а я рад, что ты прям нежно сейчас творишь, голос прекрасный, наконец-то осознание, изучение себя, Лена, тоже умнички, вообще, я вот за всех, даже кто-то мощнее, мы всегда рады, и в нашей, вот, где я присутствую уже 14 лет, школы эволюции разума, да, иду уже там нога в ногу с квантовыми физиками, которым по 50 лет опыту, и вот эта вещь, когда каждый, и никто не заморачивается, кто мощнее, кто не мощнее. Нету этого. То есть каждый из нас, он индивидуален. Заметьте, как сегодня даже в круге мы добавляем друг друга. Мы усиливаем не только себя, мы усиливаем этот мир. Не в зависимости, что происходит. Да. Юль. Да, всем доброго бытия. Всех с наступающим. У меня сегодня, правда, ночь была такая немного... с испытанием. У меня ребенок заболел. И я тут... Ну, ничего. Немножко сонная, но уже в хорошем настроении. Юля, все техники есть. Внимание, знаешь, куда направить? Через наблюдателя. Только любовь ребенку. Не заморачивайся, даже не думай, что болеет. И все будет хорошо к вечеру. Ну, ты же волшебница, я же знаю. Просто иногда выбивает, я понимаю. Мы забываем. Юлечка, не забывай. Целительные твои ручки все сделают. Благодарю. Инна, давайте тоже познакомимся. Рад видеть. Всем здравствуйте. С наступающим вас. Меня слышно вообще? Да, все замечательно. Да? А то я не знаю. Так, я тут к вам по ссылке из ВК перешла, наблюдаю за страничкой Оли, ну и вашей тоже. С наступающим вас Новым годом, счастья и радости в каждых моментах. Инна, получилось хоть что-то вот прочувствовать новое в себе, да, вот раскрыть вот тело свое? Да, очень сильно все чувствовалось, особенно на энергию денег, гудеж очень такой прям мощный шел. Умничка, запись будет, пожалуйста, пользуйтесь, это знакомство. Благодарю. Квантовой физикой. Такой первый шажок и уже ощущение. Это круто. А, у меня не первый, это как бы... Я сама таролог, эзотерик, поэтому мне очень нравится еще вашу страничку читать, новые какие-то для себя практики находить, совмещать. Это очень интересно. Вот. И как вот таким психологам, тарологам, если вы еще познаете конкретно квантовое ощущение, это будет просто лучший специалист. Вы и так классный специалист, я прям чувствую по голосу, работающий над собой, опознав все технологии, вам не будет цены, это факт. Мало Благодарю. Тарологов, которые владеют ощущением квантового пространства и изучением этого всего. Танечка, девица прекрасная тоже. Сейчас я вот иду прям по списку, чтобы мы каждый друг друга услышали, каждый пожелал
друг другу любви и счастья в новом году и пойдем, соответственно, сотворять добро и бабло. Всем доброго бытия, всех с наступающим Новым годом. У нас в Нижегородской области сегодня такая прекрасная сказочная погода. Целый день идет снег. В общем, все как в сказке. Вот, поэтому я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в Новом году было больше всех любви, позитива, изобилия. В общем, все было в такой вот благодати. Вот. Мне очень понравились практики. Особенно практика похлопывания. Я прям почувствовала, как у меня тело проснулось, зарядилось. И вот я прям это сейчас сижу, кайфую. Поэтому благодарю, Жень, тебя и Олю за такие прекрасные практики. Да, мы в клубе еще продолжим. У нас этот год – это работа с телом. Поэтому, Тань, то, что сегодня дал, ты применяешь. Потому что каждый раз они будут разные. Каждый раз будем активировать разные области. Поэтому все, в работу инструменты есть. Я прям благодарю. Маргарита, тоже девица прекрасная. Есть что сказать? Да, здравствуйте всем. Да, Нижегородская область. У нас сегодня сонная зимняя погода. И поэтому я зарядила свою любимую подушку. И меня прям вырубает. У меня вроде есть энергия, появилась, похлопывание, это супер. Вот. Я надеюсь, что подушка меня убаюкает, чтобы я дожила до Нового года. Спасибо вам большое за практики. Маргарит, а вот если сейчас вот реально прям в тон, вот даже не думай, сейчас заканчиваем и прям спи, перезагружайся, это круто. Все, пошла, очищение, клеточки обновляются, Надюшенька. Женя, Оля. О, сегодня у тебя голосок. О, все, прожила, пережила. Молодец, восстановилась. Вещай. Да, до вчерашнего дня я думала, вообще у меня никакого настроения новогоднего не появится, но сегодня все прям поменялось. Все круто. Говори. 31 вот. Да, благодарю за практику, за ценные наставления на будущий Новый год. Очень вдохновляюще, очень ценно, полезно и, главное, вовремя. Пусть у всех все сбудется, то, что сейчас прочувствовали, загадали. Пусть все будет. Предмет это получилось у кого-то? Ну, прочувствовали, как вы сами можете все заряжать? Да, прикольно. Вот, инструмент всем дал. Все заряжайте, хоть ежесекундно, ежедневно. То, что в свое время Кашпировского, ну, его просто не поняли. Вышел человек в 90-х годах и говорит, я вот сейчас вам дам энергию. Он великий, он очень сильно владеет волновыми вопросами. Вот мы сейчас с вами волновыми методами квантовой физики заряжайте в течение года все фрукты, овощи, кушайте заряженные предметы. Ну, круто. Женщина, девица прекрасная. Жень, привет. И всем-всем добрый день. Я, честно скажу, не в состоянии была сейчас делать, ну, потому что окружение у меня было не то маленько. Я слушала, я наблюдатель. Вот, но и проделала практики, потому что без них сейчас никуда. Я с ними уже сроднилась каждое утро, вечер и по необходимости. Когда надо, я все делаю, заряжаю себя, близких, оздоравливаю. В общем, у меня все это теперь как моя домашняя аптечка. Женечка, я это вижу и по постам. Я вообще, ты крутышка. Женский клуб, тык-тык. Я вот, знаешь, каждый раз листаю, думаю, блин, да, вот год там или два же назад. Кто бы знал, что ты это сделаешь? Ты посмотри, да не вообще не говори. Это я твое. Подумать не могла, как что так вот, все видишь, изменится. Умничка. В общем, побочек много. Да, я, прости, тебя перебила. Да ничего. Побочек очень много. Кажется, что начинаешь менять вроде что-то внутри, потихоньку-полегоньку, а поменялось. Я просто вспоминаю, как ты говорил, что будет меняться
окружение. Ну, как-то, ну, говорил и говорил, ну, ну да, ну, наверное, может быть, когда-нибудь что-нибудь быстрее. Окружение поменялось настолько и завертелось, вот это как шестеренки. Вот все заработало, и, конечно, все волшебно, все, что я загадывала, у меня все сбылось. Поэтому я всегда всем говорю, верьте, работайте. Не только мечтать, но и действовать. Ну, в общем, вы меня понимаете. Действие от нас тоже зависит. Когда мы начинаем только прописывать, писать, вот, надо начинать действовать. Вот, умница. А для этого поэтому... нужно наполнить себя. Да, вот поэтому в запись, Женечка, инструмент. Применяя его со своими девчонками, тело, все прочее. И чтобы мечтательность, как мы сегодня прочувствовали в теле, мы все мечтатели, но быть мечтой и мечтать, как ты правильно говоришь, разные вещи. Поэтому росту твоему женскому сообществу, тебе тоже росту. Молодец, Женя. Вперед, только вперед. И самое главное, не забывайте выполнять как действия мечты, потому что если мы придадим свою маленькую мечту, даже просто сходить в кафе попить кофе или посмотреть фильм, то все, мы зарабатываем блок. То есть если мы не реализовываем свою мечту в действии, то мы получаем капсульные блоки в себя. Сели, ага, ну вот мы, вышел новый фильм «Теща», да, мы 2 недели на него собирались, не в плане, просто все некогда так, да, а потом думаю вчера, ну я же мечтаю сходить, ну реально рекомендую. Посмеялись в хлам. От Харламова, от Гузеева, такой крутой фильм. Все, мини-мечту осуществляете, сразу, да, воздух. Мини-мечтаю, не предаем себя, не предаем мечты, верим в себя, идем вперед. Ведь мы галактические человеки, пришедшие и приходящие сюда миллионы, миллиарды лет. И мы пришли сюда. В нашем физическом теле оно у каждого совершенно. Творить мечту, добро, бабло и быть богатыми, успешными, счастливыми и нести благо. Каждый по-своему. Надя по-своему, Женя, Маргарита, да все, кто здесь, все по-своему это несут. Поэтому я рад, что мы все собрались в уходящем новом году. Увидимся со всеми в новом году. Так, всех с наступающим. Вот. Счастливо. Хорошего праздника. Вообще, чтобы прям вот наполненный был вечер, ночь, кто хочет. У кого есть возможность перезагрузиться, перезагружайтесь. Рад был всех слышать. И всем огромный океан душевного тепла. Запись остается. Можете скачать. Благодарю еще раз. Все, запись можете скачивать. Благодарю. Благодарю. Все, с наступающим вас всех. Благодарю. Номер картинки в чате написать? Сейчас каждый, да, пишет номер до 24. Там 1, 2, 3, 4, 5, до 24. Любой. Вы сейчас каждый, как все, напишите. Я вышлю картинки. И каждый свою картиночку возьмет себе на вооружение и прочувствует, что на ней нарисовано. Это будет ваш талисман. Зарядите его, он тоже заряженный. Просто, да, цифры с 1 до 24. Все. Все. Всем океан душевного тепла. Счастливо.